Putin amenință că va distruge rachetele Patriot primite de la Ucraina din cadrul americanilor. Dictatorul a vorbit într-un interviu pentru televiziunea de propagandă despre războiul din Ucraina. Putin a făcut mai multe afirmații scandaloase, inclusiv aceea că a invadat Ucraina pentru a uni poporul rus. Я считаю, что мы действуем в правильном направлении. Мы защищаем свои национальные интересы, интересы наших граждан, наших людей, повторю еще раз. И другого выбора, кроме как защита наших граждан, у нас просто нет. Но мы готовы договариваться со всеми участниками этого процесса о приемлемых каких-то развязках. Но это их дело, не мы же отказываемся от переговоров. Invazia Rusiei din 24 februarie în Ucraina a declanșat cel mai sângeros conflict din Europa de la cel de-al doilea război mondial și cea mai mare confruntare între Moscova și Occident de la criza rachetelor din Cuba din 1962. Până în prezent nu se întrevede prea mult un final al războiului. Kremlinul afirmă că va lupta până când toate obiectivele sale vor fi atinse, în timp ce Kievul spune că nu se va odihni până când fiecare soldat rus nu va fi expulzat de pe teritoriul său, inclusiv Crimea pe care Rusia a anexat-o în 2014. Dictatorul Vladimir Putin spune că a declanșat acest război sângeros pentru a uni poporul rus. Мы делали это начиная с 2014 года. Мы всегда стремились к тому, чтобы все возникающие споры решались мирными средствами путем переговоров. Но, к сожалению, обратная, другая сторона была настроена по-другому. Начали, как я уже много раз говорил, мы все это знаем, проводить там жесткие действия военного характера. Мы так или иначе вынуждены были встать на защиту людей, которые проживают на этих территориях. Мы должны были поддержать выбор крымчан. Все с этого ведь началось. Все началось с этого. Но не мы же устроили государственный переворот на Украине. Они же начали. Путин prezintă ceea ce el numește o operațiune militară specială în Ucraina ca fiind un moment de cotitură, în care Moscova a ținut în sfârșit piept unui bloc occidental despre care spune că încearcă să distrugă Rusia de la căderea Uniunii Sovietice în 1991. В основе всего лежит политика наших геополитических оппонентов, направленная на растаскивание России, исторической России. На разделяй и властвуй. Вот они всегда старались это сделать, пытаются сделать это и сейчас. А наша-то цель в другом, в объединении русского народа.